1995 года, пятница, сегодня родился наш любимый сын, Панин Александр Евгеньевич. Ура! Ура! Вот начинается настоящий праздник. В лицее это хорошо. И лично я, когда учился в лицее, я, может быть, выразил себя настолько хорошо, настолько мощно, где я не мог бы, в другом месте навряд ли я так себя показал. И так бы вырос даже в собственных глазах, не знаю, как в глазах окружающих. И вообще спасибо за то, что есть такое учебное заведение, которое помогает людям стать самим собой. Спасибо вам всем. Сделать свою федерацию крепкой. Но мне, видимо, по убеждениям, я ближе всего к этой партии. Нам помогли оплатить, так сказать, нашу поездку. Для всех наших ребят это, конечно же, жизненный опыт. Практических инициатив от молодежи подготовки. Разобраться в сегодняшнем дне. Поэтому председатель клуба Александр Панин обращается к специалистам. Очень мощные, мы считаем, хорошие программы борьбы с преступностью. Александр Панин, молодежный клуб политической культуры. Я считаю, что вот предыдущий выступающий немножечко допустил небольшой перекос в одну сторону. Как бы. Сегодня, 14 августа 1999 года, в полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Дворец бракосочетаний администрации города Самары зарегистрировал брак Панина Александра Евгеньевича и Ишковой Ольги Сергеевны. Объявляю вас мужем и женой. Вам откроет, и самое главное то, что он безгранично как бы предан, то есть он безгранично вас любит, потому что вы его папа и мама. Одна пчелка осталась. Все, сейчас и это. Значит, трое из вас, Комар, Панин и Панина, защитили дипломные проекты на отлично и получают дипломы красные. Дети делают диплом, а мы с Людочкой вдвоем. Это было.